Друзья, всем привет! С вами Саша Царь, вы на моем канале Кожаные аксессуары Царь Арт. И сегодня мы с вами будем делать офигенный ремень для гитары. Но это не простой ремень, это ремень с очень большой историей, можно сказать, легендарный. И об этом будет также история в этом видео, она будет где-то ближе к середине видео. А сейчас предлагаю вам насладиться процессом его изготовления. Поехали! В общем-то, ребят, сегодня буду работать с немного непривычным для меня типом изделий. То есть у меня нету именно конкретно в этом направлении, это целое большое направление, какого-то большого количества опыта. У меня есть разработочка. Это изделие, скажем, кавер. Немного позже будет более детально про него. И предлагаю приступать к работе. Из материалов сегодня я буду работать с спилком. Это теленок, спил велюр. Вот, коричневый достаточно грубый, бежевый достаточно мягкий. Ну, бежевый нам понадобится буквально чуть-чуть. Также в процессе работы будут возникать всякие разные вопросы. Поэтому, повторяюсь, делаю то, с чем еще не сталкивался. Поехали! В общем-то, ребят, так как делаю я данное изделие первый раз и только что кроил материал, соответственно, я выкроил для себя две ленты. У нас это будет двухслойный пояс, пояс для гитары. И выкроил также заодно сразу же еще одну ленту на полную длину, потому что мы будем играться с размерами. Нам надо будет некоторые примерки проводить с заказчиком. И я боюсь где-то допустить ошибку. Я вырезал себе кусочек именно для тестов. Соответственно, на нем я сейчас буду проектировать и моделировать все, чтобы оно уже прям вот совпало с реальностью. А потом просто-напросто переносить это и делать в хорошем качественном виде. Поехали! Рассказываю, это чтоб не подумали мне образец рабочий и все остальное. То есть это я на тест вырезал себе полоску и в принципе сделал в размере и вот этих товарищей, причем кресты сделал в двух размерах, и кнопки поставил по размерам, и все остальное. Вот. Поэтому, собственно, можно мерить, пробовать. Ну,
Да, нормально. И... Теперь режим стоя. Чуть-чуть повыше, чуть-чуть. Ну, это самый длинный вариант. Теперь вариант средний. О! О, отлично. Да. С размерами угадали. Ширина тоже. Ну и отлично. Здравствуйте. Меня зовут Юрий, я музыкант. Я собираю музыкальные инструменты. И сейчас расскажу, что же на самом деле делает Александр. Александр делает интересный ремень вот для вот этой вот гитары, которая внешне похожа на Black Strat музыканта Дэвида Гилмора из группы Pink Floyd. И этот ремень тоже имеет интересную историю. С 2006 года он принадлежит Дэвиду Гилмору. Этот ремень подарила ему жена на 60-летие в 2006 году. Но этот ремень еще знаменит не только тем, что он принадлежит Дэвиду Гилмору. На самом деле история намного глубже. Этот ремень принадлежал Джимми Хендриксу.
Супер. Каждый человек в жизни делает свою историю. Мои истории связаны с музыкальными инструментами. Истории Александра связаны с его работой, которую он делает, на мой взгляд, с душой. И то, что мы делаем, на самом деле имеет очень интересную историю, которую вы сможете увидеть, услышать на канале Гитар 24, ссылка на который будет находиться внизу под описанием.